Товарищи, привет всем! Многие у меня спрашивали, просили, точнее, снять видео о вторичках, то есть о старом фонде, наверное, назовем так, и что-нибудь подешевле. Я нашел для вас 2 плюс 1 за 2 миллиона 600 тысяч рублей примерно в старом фонде. Вот сейчас смотрю на этот дом, находимся мы в Махмутларе. Вот так у нас домик выглядит. Квартира у нас находится на 5-м этаже. Я сам ее еще не видел. Сейчас пойдем посмотрим. Итак, мы идем в подъезд. Да, здесь, конечно, не как в новых жилых комплексах. Все по-простому. Но люди мне пишут: Никита, сними что-нибудь, где нету всего этого. Нам просто для жизни. Просто приезжать отдыхать. Так, сейчас будем справляться с этой ситуацией. Ура, ура, друзья, нам удалось попасть в подъезд. Ну, смотрите, вот, ну, чисто российская панелька, девятиэтажка. Так, надеюсь, лифт работает. О, да ладно. Так, что делать? 5-й. А, тут, короче, без дверей. Немножечко даже страшно. Так. Оп. Квартира номер 21. Вот она у нас квартира. Ну что, мы поднялись на этаж. Вот она наша квартира. Здесь обратите внимание, что везде на квартирах, где живут люди, таблички с именем. Так, надеюсь, никого нет. А тут что-то босоножки чьи-то. Никого нет? Hello? Вроде никого. Итак, друзья, я уже нахожусь в квартире. Включил вот здесь счетчики, свет у нас уже есть. Показываю вот все в первый раз. Сам еще не был в этой квартире, повторюсь. Ну, конечно, мне не очень нравятся вот такие подъезды. Я человек молодой, наверное, поэтому я готов прям переплатить, чтобы у меня был классный, красивый подъезд. Но все люди разные, кому-то вообще нафиг это все не надо, эти бассейны, хамамы, сауны, здесь тем более в шаговой доступности моря, кто-то просто хочет за 2 миллиона 600 тысяч рублей купить себе квартиру, в которую можно приезжать с семьей отдыхать. 2 плюс 1 это 2 спальни, так что с семьей вообще милое дело. Ну что, перейдем к обзору квартиры. Так, ну сразу вижу плюс, что здесь есть коридор, сюда можно вещевой шкаф поставить, обувницу. Садиться, обуваться, переобуваться. Квартира у нас как будто только недавно из нее кто-то из нее выехали. Как будто, да, вот здесь видите, видимо, русские люди жили, иконы стоят. Да, не буду снимать, в общем, фотографии личные. Может быть, собственники не хотят, чтобы их фотографии снимали. Так, идем дальше. А здесь у нас еще одна спальня. Такое впечатление, что сейчас в какой-то из комнат будет лежать человек. Такой, что ты тут делаешь? Еще одна спаленка. Кто-то читал книгу «Магия Калипсо». Так, и кухня-гостиная. Кухня-гостиная. Такая вот кухонька. Ну, все просто, ребят, все просто. Но за 2600, я повторяю, это же... Что у нас можно купить за 2600 в Сочи? 13 квадратных метров, какую-нибудь панельку. Да, вот здесь и вид вот это портит, конечно. Старое здание. Ну, у них здесь эти старые здания подвергаются реновации. Вот здесь, кстати, тоже.
Скорее всего, здесь потом будет какая-нибудь новостройка. И здесь тоже. Мы прям в окружении старых домов. И вот так вот выглядит улица. Здесь я запарковался. Да, вид, конечно, такой. Но цена подкупает, цена, конечно. Да и квартира, в принципе, такая, в светленьких тонах, уютненькая. Здесь, не знаю, когда люди заедут, квартира, конечно, оживится. Здесь будет хозяюшка что-то делать, детки будут бегать. Не, нормально, за 2600 я... 2+1. У нас, я говорю, это максимум малосемейный, ну, либо 20 там квадратных метров. И санузел. Санузел. Конечно, надо бы эту квартиру взбодрить по-хорошему. Ну, не знаю, не знаю. Я бы, конечно, не купил. Пишите, друзья, комментарии, что вы думаете по поводу такой недвижимости. Как бы дешево, но есть свои минусы. Пишите, купили бы вы такую квартиру или, может быть, я чего-то не понимаю. Я бы, честно говоря, не купил для себя. Купил бы в новостройке. Вообще люблю новостройки. Но, что имеем, просили показать, я показал. 2600, 2+1, район Махмутлар. Сейчас я скажу цену в еврох. В еврох. В евро, а то многие ругаются. Сейчас открою свою бумажечку. Так, цена у нас получается 38 тысяч евро, пятый этаж, примерно на площадью 80 квадратных метров. Вот такая вот квартира. Ну все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно. И, друзья, бонус. Ба-бам! Летний бассейн. Сейчас, конечно, все выглядит печально, но, скорее всего, летом все приберут и будет нормальный бассейн. Ну, что-то, не знаю, мне не очень охота в нем купаться. Лучше уж до моря дойти, море рядышком.